Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Виталий, он же Манк, мы продолжаем бомжевать в бомб-симулятор. Чё, где нам найти-то вторую базу, а? Я уже что-то даже не представляю себе, где она может быть. О, чёрт, здесь никак не выйти. Нахрена этот закуток тогда здесь сделали? А ну там типа базу можно сделать. Ну, как вариант. Пойдем обратно, где эти крысы сидят, в той стороне. И это самое. Короче, пройдем на ту сторону, посмотрим, может там эта фигня, блин. Там будет эта база их, ты гребаная, блин, этих жуковская. И то я не знаю, где ее искать, честное слово. Мы с вами везде там обходили одну часть, нигде ничего не было. Так, а как туда пройти, бля? А как бы нам туда пройти? Так, чтобы вот так, раз-раз-раз, и все. И мы на месте прямо. Погоди, бля. Я заблудился. Нет, это не база, там мы были. Блять, еще семечко подобрал. И такой чеснок. Почему он такой это? Типа вонючий. Ну такой вонючий. Ой, блядь. Ребята, идите нахер. Только не вы, блин. Я задолбался с вами просто так мутузиться. Отстаньте нахрен. Все, я убежал. Пошли в пень дырявый. Нахрена они постоянно спаун делают? Это бесит. Так. Да, вот туда, на ту сторону. Надо пройти на ту сторону. Не, мне что-нибудь попить надо найти, бля. Пожрать пока вроде есть, а вот с питьем проблемосы начинаются. И всякое говно. Так, вот здесь, вот на этой стороне. А нифига, это я вон куда вышел. Интересно. А, ну тут тоже не база, тут клопа унижают. Да ты задолбал, ты швыряешь, блин. Мимо куда-то постоянно, тварь. На, блин. Успокойся, козел. Так, плюс один респект, это хорошо. Это хорошо, но мне нужна база. База нужна, опа. Станция. А это что такое? А, это, блин, стрелять. Тир гребаный. Такие гопники там сидят. Где вторую базу найти? Я не знаю. Вот реально не знаю. Это явно не база. Так, херня какая-то. Ну да, я что-то уже ходил, по-моему. Ну-ну. Они такие бегут по очереди сюда ко мне. Я их тут пинаю. Блин, прям в харю мне забросил, тварь. Свинья, блин. Как куклы, блин. Пошел вон, урод. Ай! Не надо меня давить. Где они здесь тусовались? Нет, это не база. Фонтан. Опа. Маленький сок. Да блин. Возьми ты его. Че у тебя руки уже не держат? Где мой Карл? Не, да, 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 передумал есть. Пить хочу. Так, бутылка нахер не нужна. Я не знаю, где искать вторую базу. Вот честное слово. Задолбался уже бегать по этому городу.
Там опять этот клоун, блядь, со своим саньем. Вонючим. Без понятия вот вообще. Может здесь? Да нет, оно где-то должно быть. В таком закутке в каком-нибудь. Я, по-моему, иду по тому же пути, что и в прошлый раз. Че, уроды, блядь? На! Уж в этом-то я мастер. Все. Чертеж. Чертежи будем ходить собирать. Пойдем изведаем вот эту часть. Вот эту вот. Так, как туда пройти? Может, наверх подняться? Так, синие грибы. Синие. Синие грибы. Да блин, у меня этих семечек уже херова куча, блин. Честное слово, блин. Их не знаю уже куда девать. Чуть за перышко. Это еще пропановый баллон. Нахер с пляжа. Это не чертеж? Не, ни хера не чертеж это. Пошли в ту часть. Иначе я не знаю. А, наверх я хотел еще сбегать. Уж очень интересно, что там есть. Хоть бы отмечались как-то эти базы. Нифига не отмечаются. Ого. Клёво. Вид сверху. Так, машина, не надо меня давить только. Я понимаю, что вы по скриптам ездите. А если я туда пойду, то нихера я там не найду. Посмотрим, куда уезжают машины. В никуда такие. Опа, телепортировалась. Видал? Сейчас игру сломаем. Блин, какой-нибудь велосипед бы что ли был. А, там шлагбаум, короче, стоит. Ну я понял, туда нет смысла бежать. Только время зря тратить. А если я прыгну вниз, я разобьюсь, да? Сейчас проверим. А? Вот так. Давай. Опа! Don't you dare die on me. Не смей мне тут помирать. Я, короче, не сдох. Просто почти половина здоровья ушло. Но я жив. Неожиданно. А что такое? Блин, дайте мне... Я в ловушку попал. Что за нора гребаная? В чем дело? Почему я не могу обыскать? И что, энергии не хватает или что? Ни хрена не понял. Ну да ладно. Нет, так нет, я не обиделся. Хотя попить надо найти. Так. Ну, тут эти обижают этого, я их тут уже бил 100 раз, бля. Так, эта площадь мне тоже знакома. Где же база? С таким хп идти, конечно, не очень айс. Сожрать, может, сосиску? Поклажай. Блин, он всего 2 дает. Лучок тоже 2. Вот чеснок 10 дает. Помет, блин. Ускоряет рост посаженного семечка. Круто. Так, вот так вот сделаем. Опять сохраняемся.
Здесь чуйность. Да. Фу, баклажан тухлый не хочу. Хочу не тухлый баклажан. Сок просроченный пойдет. Я вроде его пил, все нормально было. Отстань, вот водичку возьмем еще. Вообще ништяк. Так, это все нахер. Не хочу пока тут ничего строить. Нет, это тоже не база. Блять, болваны. Это ты как девчонка. Все, мудаки. Навес. Так. Ну где, блин, хня гребаная база? Я не знаю вообще, вот, правда. Уроды, блин. Пошел, во! Ай, бьют, гады! Так, чё? Куда убежал-то еще один? Полушпально. Я пока... Чё за бред? Я пока его не убью, блин, у меня не это... Не апается задание. Куда убежал-то, урос? Ага, фак, блин. Я забыл, на какую кнопку фак показывать. Ну да ладно. Видите, вообще на бомжи не помню. Я здесь оказался. Замечательно. Так, вот здесь вот. Ну, не уверен. Очень-очень не уверен я. Прям вот вообще. Море, море. Фига, даже корабль стоит. Вот это да, вот это да. Так, смотри. Вот это вот может быть база. Точно, блин. Скорее всего. Э, иди сюда, мне надо что-нибудь это восстановить, короче. Молоко мне не дает. Сачка. Сачка хапнем. Так, сачка хапнули. Игру сохранили, надеюсь. Подожди, не туда пошел. Не в ту сторону. Мужик, помоги, пожалуйста. Точно. Тихо, блин, в рожу мне кидай. Да вот это бесит, что он убегает, блин. Опа, опа. Прессуй, прессуй его. Тихо. Давай, давай, кидай в своего. Мудака в своего кидай. Блин, как. Нифига себе. А кто меня замочил? Кто посмел? Что-то вообще не понял, как у меня здоровье так быстро закончилось. Сейчас я голубями их закидаю нахер. Так, ну-ка. Так, ну этого, этих, ладно, я так отмудохаю. Вот это вот надо опасаться. Сейчас ты научишь меня, ага. Блин, мне бесит. Надо его вырубать сразу. Тихо. На. А, тихо. Блин, нельзя выходить, короче. Фак.
Идите вы в жопу, бля. Тихо, бля. Спокойно. Тележка, давай, дави его. Да нажимайся ты, бля. Тебя в жопу, бля. Такой, блин. Не понял, я что, маленький стал? Гол мимо улетел. Какая-то чертовщина происходит. Да что ж такое-то, блин? Тварь. Все. Захватил базу, зашибись. Фу, блин. Теперь до базы шуровать надо. И в принципе здоровья не потратил. Отлично. Так, а где у нас там? Ой, как опять далеко идти. Так. А где она? Блин, все забываю. Где-то здесь, короче, пойдем туда. Так, здесь я пройду? Или не пройду? Как вы думаете? Наверное, пройду. Хорошо. Хорошо. Игра поначалу прям это, прикольная. Ну так, поприкалываться. Потом, если честно, начинает надоедать. Повышает шанс получить деньги. Вы теряете меньше денег. Повышает скорость Карла. Цены в магазинах. Так, вот цены в магазинах. Если что, там бургеры всякие покупать, все проще. Бургеры хорошо восстанавливают ХП, прям замечательно. Так, здесь пройдем. Это что за Капитолий? The Last of Us Part 2. Зачем я поставил метку? Если у меня и так метка стоит. Вон же стоит на карте метка. Почему? Зачем я поставил метку? Я не знаю. Ну так, на всякий случай, конечно же. Так, у меня проблемы с этим, блин, с питьем. Да ну нахер, мне радиатор не нужен. Такую тяжесть с собой таскать. Вы что, с ума сошли? Что? Испугался, блядь. Такой тип, опа, блядь. А вон они пообозначены же. Говорю, вот были бы они обозначены. Ну, я имел в виду, на карте они бы были обозначены. Тогда было бы здорово. А не так, что типа ходи и высматривай. Подожди, где мне вниз спуститься? Вот здесь, конечно же. Так, что нам скажут наши друзья-крысы? Скажут, все, кореш, мы теперь с тобой... Будем вместе их облупливать. А, блин, опять металлолом говёный. На! Вандализм. Порой. А я не помню. В смысле? Жуки? А, жуки скоро нападут. Да ладно, я прикалываюсь. Заходи, братан. Мой грандиозный план таков. Адская машина Гадпрома предала наши мозги и тела. Переделал. Дети обнаружили, что сейчас этот аппарат стоит в подвале под штаб-квартирой. Если мы хотим, чтобы все исправить, нужно ее достать. Для этого нужны три вещи.
Во-первых, доступ к штаб-квартире Гадпрома. Во-вторых, чтобы забрать аппарат, нужно, чтобы около него не было охраны. В-третьих, аппарат довольно большой и тяжелый, поэтому нужно придумать, как перевести его на нашу базу. К счастью, я уже придумал, как решить первую проблему. Есть одна сотрудница полиции, которая согласилась провести нас внутрь, если мы ей поможем. Сами мы не справимся, для этого нужно выйти на улицу днем. То есть, дело за тобой. Разберись с этим, пока я планирую следующий шаг. Трикси, проводи нового брата к выходу и объясни, куда идти. Пошли, парниш, я тебя на карте отмечу, где найти полисменшу. Пошли. Ты отметила, что ли? Ёкарный бабай, вот вы страшный, как пиздец. Оборотни. Оборотни в погонах. Без погонов. Это оборотни без погонов. Так сохраниться надо. Прям вот чую, надо сохраниться. Чую. Чуйка. Так, пошли. На какого хера вот это мороженое тут стоит, продает? Блин, оно ничего вообще не дает. Сожрешь в пустомятку. Пошел ты нахер. Не хочу твое мороженое жрать. Я вот лучка пожру. Да даже парочку. Да, да, иди ты. Инна! Простите, я не Инна. Инна! Мужчина, простите, я не Инна. Инна! Отсюда. О, блин. Аккуратней ты, пижон. Не видишь бомжара, блядь. Рысачит тут. Фу, покрышка. Покрышку я не сожру, это точно. Я бы был рад чему-нибудь повкуснее. Бля, зачем вы меня придавили, гады? Фу, блин. Так, подожди, это мусорка? Что-то фу. Старый шлепок мне не нужен. Эй, красавчик, мне тут мышка нашепнула, что ты мне поможешь, а я взамен помогу мышке. Вон там завелись плохие мальчишки, очень плохие мальчишки. Я думаю, полиция их не тронет, а я вот потрогаю. Потрогаю и накажу. С твоей помощью, разумеется. Нет, не Гадпром, это не единственный гнилый банан в связке. Один смазливый плотник берет взятки за незаконное разрешение на строительство. Он поручил снести приют для животных и теперь строит на его месте казино. Его друзья работают на шмотделении, так что если пойду к нему напрямую, а вот если ты его приведешь сюда, скажем так, инспектор Алекс поможет ему ощутить себя беспомощным щеночком. Ёкарный бабай. Я бы к такому инспектору тоже не пошел бы по доброй воле. Это жесть, блин, это капец. Я такого я не ожидал. Ну ничего, ничего, бывает. Бывает и такое. Инспектор Алекс, вот это да, блин, дал жару. Так, погоди, а что мне с ним надо сделать? Я сейчас там прочитаю. Войдите на стройку. Пока что ничего не надо делать, надо просто войти. Ну, пойдем. Эй, сюда нельзя! Убирайся! Опа. Ох, просто обожаю смотреть, как подо мной работают люди. Стоп, что там такое творится? Фу, ненавижу бомжей. Разберитесь с ним, ребята, или я аннулирую все вам эти контракты. Ладно, приятель! Я тебя тут подожду. Ты чё, блин, вы совсем что ли, дебил? Хера себе метает, ты посмотри, блин. Просто жесть.
Подходи по одному, уроды! Где этот кирпичеметчик? Ты смотри, смотри, что делает, тварь. Вот мразота, блин. Он меня чуть не зашиб. Тварина поганая. И он тут не один такой, блин. Вот в чем дело. Эй, тележка, иди сюда. Ты откуда взялся? Козел. Так, что же мне здесь, блядь, что мы... Повышает урожайность ингредиентов. Клопы приносят больше предметов, когда завершают задание. Меня быстрее прорастают, инструмент лучше. Жестянщик, блядь. А нету ничего на излечение. Бонус к урону в рукопашной. Зашибись. Дай мне выйти. Где моя телега, блин? Карл, ты где, друг? А где он? Он куда-то того... Опа, блядь. Опа, опа! Тварь, а. Козлы, блин. На! Вот мразоты, а. Чё, сдох? Пошли потихоньку, блин. Нифига себе, блин. Ты видел, как я кирпичами? Просто бомбардировка адская. А, промазал, бля. Всё, я тебя сейчас вырублю, бля. С двух тычек я прокачался. На! На! Пошел вон отсюда. Так, кто там это? Металл откуда? Ты чё встаёшь? Лежать! Встаёт он тут. Так. На! 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 На ещё! Козёл. Ты наказан. Жестоким способом, блин. Скажи спасибо, что я тебе Алексу не сдал, блин. Нормально, я их вышваливаю прям. Бах-бах, все. Так, где тут этот кирпичемет поганый? Ух, нифига, их там еще сколько, блин. Ты смотри. А как мне туда попасть, собственно говоря-то? Опять загадка по лестнице. Ребята, а вас что так много-то? А ну пошли нахер. Опа! Так, так, еще есть. А, урод, блин. В жопе ноги. Мне его надо живьем, да, схватить? Так, как тебя... А, вот лестница. Как до тебя добраться? Усы... Какашки. Ага, бля. На! На! Все? Все вроде бы. У меня влиятельные друзья, слышишь? Me, не приближайся, грязная свинья! За нами уже выехали, нельзя терять ни минуты, прыгай! Quick, бросай его на меня и погнали, быстро! Погнали? А куда гоним-то? Чё мне типа за телегу взяться? Да блин! Она такая неуправляемая. Куда ехать-то? А, к инспектору. А где этот инспектор-то херов? Я не знаю, где инспектор. Вы можете мне поставить метку, грёбаные, блин, чиполлины? Вот серьезно, блядь. И вы думаете, я должен все запомнить, блядь?
Пиздец, блин. Я не знаю, где инспектор. Нельзя, чтоб тебя увидели. Кто, блин? Да ну нахера. Похоже, полиция от нас отстала. Я правда не помню, где... Серьезно, блин? Вот серьезно, да? Вот только сейчас мне поставили метку на карту. Или это я, блин, просохатил? А я здесь не пройду, ёкарный бабай, блин. Я же не могу с тележкой по лестницам подниматься. Или могу? Давай попробуем. А могу. А это нормально тогда. Окей. Так. Теперь нам надо вниз спуститься. А здесь меня люди будут видеть. И полиция в том числе. Скажет, о, бомжара везет какого-то типа в пиджачке. Ну, явно сожрать хочет. Так, я почти пришел. Почти пришел. Все хорошо. О, отлично, благодаря вам мир стал лучше. Придет время, я помогу вам пробраться в здание Гадпрома. А еще приятно знать, что не только я борюсь за справедливость. Если вам нравится наказывать преступников так же, как и мне, заходите в гости. Придумаем, как нам вместе повеселиться. Хорошо. Как-нибудь загляну. Так, ну все. И что мне делать теперь? А, вон там цешка загорелась. Ладно, дорогие друзья, давайте на этом остановимся. Продолжим в следующий раз. А на сегодня у меня все. С вами был Виталий, он же Монг. Ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. Пишите комментарии. Всем пока-пока и удачи.